Привет! И сегодня в нашем видео обзоре кукла Baby Bjorn «Волшебный ангел» от компании Zapp Creation. Эта популярная игрушка умеет плакать настоящими слезами, пить, кушать и ходить на горшок. Кукла будет интересна девочкам старше 3 лет. С помощью набора по уходу за куклой каждая девочка сможет почувствовать себя в роли мамы. Здесь есть все необходимое – бутылочка, тарелка с ложкой, горшок, памперс, соска и специальная растворимая каша. Сама же кукла изготовлена из пластика, ее размеры 43 на 20 сантиметров. Она одета в яркий розовый боди и юбочку, стильные ботинки с носками, а за спиной у куклы сказочные блестящие крылья, ну и конечно же диадема. В комплекте также есть браслет для куклы и девочки. Все элементы одежды можно снять, куклу можно купать и переодевать. Для того, чтобы малышка заплакала или сходила на горшок, ее нужно напоить в горизонтальном положении. После чего нажимаем на руку, и кукла плачет. Затем садим ее на горшок и нажимаем на животик. Кормить Baby Bjorn можно только специальной смесью, которая входит в комплект. Такая необычная игрушка невероятно понравится каждой девочке. Будет способствовать развитию фантазии и воображения. Ну что ж, на этом все. Пока-пока!